Владимир Егорович Маковский известен своими картинами в стиле реализма и бытового жанра. Наблюдательный художник часто рисовал сценки из жизни, в которых современники узнавали себя и своих знакомых. К таким работам относится и «В жаркий день». Это небольшое по размерам полотно показывает дворянскую семью, приехавшую из пыльного города на летнюю дачу. В знойный полдень они отправились на речку, в надежде спрятаться от солнца под кронами деревьев и скоротать время до обеда. В центре картины находится деревянная скамья. На ней расположились гувернантка с девочкой лет 7. Они склонились над книгой. От солнца их защищает зонтик в руках женщины. На девочке надеты темно-синее платье с нарядным белым фартуком, красные чулки, соломенная шляпа. А вот братья ее уже гимназисты. На это указывает их летняя светлая форма. Мальчишка помладше стоит у берега реки с самодельной удочкой. Он еще надеется поймать хоть какую-то рыбешку в этой неподвижной бурой воде. Его старший брат уже устал от бесплодной рыбалки. Он сидит на скамье, облокотившись о спинку. На лице его написаны разочарование и скука. Видно, что он просто коротает время. Рядом с ним на скамье стоит жестяная банка с червями. А на земле пустое ведро для рыбы. Ведро большое, а рыба, как назло, не ловится. Позади него стоит старшая сестра. Она, уже желая утешить брата, положила руку на плечо мальчику, а сама заглядывает в книгу, которую читает вслух младшая девочка. Картина наполнена солнечным светом и яркой зеленью. Маковский хорошо сумел передать ощущение жаркого полдня. Мы видим солнечные блики на листве и траве, ощущаем неподвижность водоема. Нет ни ветерка, и даже спасительная листва деревьев не помогает от жары. Группа детей написана очень живо. Они устали от зноя и только ждут, когда их позовут на обед. У зрителя возникает ощущение, что он оказался невольным свидетелем этой сценки.